скажите, как я могу гарантировать безопасность, если есть противоположные... Ну, вы можете сказать... Я только в диалоге работаю с ними и прошу, чтобы эта безопасность была для горожан. А в каком? С кем вы говорите? Вот, с кем? И понятно, что со всеми сторонами, но с кем конкретно вы общаетесь? Давайте мы не будем, потому что это может помешать нашим... А скажите еще, что до пленных сколько? Вам известна цифра, сколько пленных там в ОДА находится? Нет, мне неизвестно. Мне известно, что за последние 3 дня было отпущено 7 членов окружных избирательных комиссий во главе с 2 председателями. И были отпущены директор горного училища и... сотрудник ритуальной службы. Ну, вот эти... Надо добавить, что после переговоров, да. Которые мы ведем после переговоров. Это вы вели эти переговоры, вам удалось. А другие, ну вот жители Донецка, вы знаете, кто? Та информация, которая поступает. Те ко мне, которая поступает, я всегда обращаюсь и надеюсь, что мне нужно решать эти вопросы. Я их решаю. То есть к вам больше никто не обращался? Не обращался, да. Слушай, да. Ну ты это... А скажите, а про КамАЗы 3? Вчера 3 КамАЗа разъезжало с вооруженными людьми городу. Мы не комментируем КамАЗы. Это не наши КамАЗы. Ну, понятно, что не ваши КамАЗы. Да, в нашем городе разъезжают КамАЗы с вооруженными людьми. Задайте этот вопрос, если у вас получится, сторонникам Донецкой Народной Республики. Потому что они представляются сторонниками ДНР. Мы орган местного самоуправления. У нас нет силовых структур. А скажите еще про аэропорт. Вот говорят, что даже там трупы нельзя забрать возле аэропорта. Вчера наша ритуальная служба ездила в район аэропорта, в то место, где безопасно, они проверили, и оттуда было вывезено еще 5 тел. Вчера это когда ночью? Нет, днем. А сколько всего тел было, ну, наружной ритуальной? Чтобы не сеять слухи, точной цифрой не владею, извините. Хорошо.